Всем привет, с вами снова Артём, канал Яшин Геймс. Продолжаем с вами играть Far Cry 6. Проходить его. Глянь, так, кто это еще, Риза? Задание какое-то, да? Мы ведь друзья, си? Никаких обид? Я чуть не подорвал тебя, но это в прошлом. Нужно глядеть в будущее. И там я вижу военный грузовик. С особыми боеприпасами, особым оружием и особым соусом. И он позарез нужен Филе. Я люблю строить планы. Сейчас вот планирую усилить огневую мощь Монтера, си? Грузовик — это первый шаг. Его нагружают в Марине Окасу. Пригони грузовик в целости. Он мне прямо страшно необходим. Окей, взяли задание. Да, ребята, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Буду очень рад вашей поддержке. Так, что у нас? Журнал. Та-та-та-та-та-та-та. Ну давайте, наверное, сначала для этого. Для Монтера выполним. Все. Монтера, достань мне боеприпасы, много боеприпасов. О, да-да-да-да-да. Где у нас тут? Угу. Сюда нам надо. Высадим сейчас. Мадругада. Чё ты орёшь, что дурак, блин? Поздновато, короче, я открыл парашют, ну да ладно. Так. Что-то есть? Я помню, там же уничтожил, да? Или здесь этот? А тут никого нет? Зенитку я уничтожил здесь. Типа можно так сделать. А я прямо с лапом все время делаю, блин. Ё-моё, блин. Только сейчас узнал, что оказывается. Можно сделать по одной полютине. А как заплатить-то, не понимаю. Плакат уничтожить надо или сжечь? Плак, что ли, взорвать или что? Народ ярый. Сообщение от эль-президента Кастильо. Мы с вами будем жить в раю. Гоните транспорт с боеприпасами для Филя. Это очень недалеко тут, да? Фили, я уже у Марины. Отлично, только будь поосторожнее с деткой. С кем? С грузовиком, не повреди его. Води так, будто сзади сидит большой малыш Филли. Большой малыш Филли? Ого. Слушай, малыш Филли сейчас заплачет. Смотри, не раздолбай грузовик, ладно? Снайпер на посту. Угу.
Крокодил в клетке. Ну давай, выпустим крокодила. Ой, не то дело. Ха-ха. Фига там охота началась. Ха-ха. Пес. Пес справился с крокодилом, серьезно, блин. Отец. Бля. Авиация. Бля. Да там еще не только это, там спецназ высадился. Нахрена себе. Да откуда, блядь? Так, ладно, я тебя понял. Если ты чё там, бессмертный что ли? На, бля. Охренеть, там больно началось. Меня с миномета гасит. Охренеть. Где миномет-то, блядь? Там где-то далеко был, да? Блядь. Странный минометчик, блять, откуда вы беретесь-то, нахуй? Сила сраная, блин. Могла меня не предупреждать. Нихера себе! На! Граната! Блять! Перезагрузка, понятно. Ладно. Грузовик там, где и сказал Филли. Короче, надо быстро прыгать и валить. Тут нужна осторожность. Хитрец. На. Где еще? Буэнос Ночес. Пойди проверь. Это. Выходи давай, рата!
Где? Остановись, дура. Так. Да в смысле, ты чё, блин? Ой, бля, хана. Хана, короче, я понял вас. Песик, привет. Песик, пока. Надо было так сразу выполнять миссию. Погнали. Так, а что там с крыцательным знаком отмечено? Подожди-ка. Ола, Фили, мчу к тебе на угнанном грузовике. Класс. Жду с распростертыми объятиями. Смотри, чтобы за тобой никто не увязался. Будь как кошка. Грациозная, ловкая, секси-кошечка. Крокодил. Я больше люблю собак. Как и чоризо. Правда, он иногда об этом забывает. Там что? Еще один этот? Информатор? А. Иранский крокодил вместо охоты. Валим. Погнали отсюда. Теперь надо. Куда надо теперь? Ага. Отогнать грузовик Фили. Чайник. А чё чайник дает, интересно? Дороги такие у них, конечно, вообще. Как будто однополосные. Ну, здесь нормально. Тут был чувак на информатора похож. КПП. Ё-моё. Они что, на такси напали, что ли? Conseguiste acostumbrarme a quererte a tu manera. Precisamente ahora soy lo que quisiste que fuera. Enseñaste a querer con inmensa idolatría, formando un cáliz de amor, formando un cáliz de amor entre tu vida y la mía. Еще. Disipaste en mí las penas. Сюда, да, hoy recobré la alegría. Diste luz. Серкула, Серкула. Наш герой! Герою нужно выпить. Пинга! Что тут происходит? Магия Фили, детка.
Мерда, это все ради пенопласта? Нет, 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 нет. Ради золота. Хрен достанешь, и горит здорово. Всему можно подарить новую жизнь. Даже тебе. Они забрали. Неважно. Сколько раз мы должны их выручать, папа? Когда это кончится? Камила, они наша семья. Нам нельзя так рисковать. Так, это не твой лагерь, и не ты отдаешь приказы. Что случилось? Наши у Хосе. Их казнят в Вердере, на площади. Сами виноваты, что попались. Нет. Это ты виновата. Сколько раз я говорил тебе, что мы должны учить их быть повстанцами, но ты никогда не слушала. Верь в других, и поверят в тебя. Как хотите. И что? Значит, просто бросим их? Мерда, я знаю, каково это. Значит так. Нас пятеро. Идем, вытаскиваем наших, врагов убиваем. Хосе будут беречь военные. Нужно ими заняться. Ну, там есть колокольня. И если залезть, будет видно все. Перед казнью будешь в башне. Никто не должен видеть, как ты в нее заходишь. Есть кое-что для тебя. Винтовка Фили с оптическим прицелом. Я ее спрячу. Мигель, я и Камила на площади. Филли у радиовышки. И без мобил. Монтерус Астель Финаль, Камила. Веселуха намечается у нас, да? Точит ножик свой. О, я Дани. Здорово. Ну, что можно прокачать тут? Металла не хватает. Угу. Надо больше металла. А для металла нам надо уничтожать, да, всякую херобору. Что у тебя есть тут? Пышка. Убей Антона и Диего. Черт их всех. Так, что у нас там дальше? О, зенитка тут еще. Человек-мангустайник. Так, я хочу быструю тачку. А для быстрой тачки мне нужно... гонку выполнить. Любую гонку, да, там, по-моему, как было сказано. Гонка Гран-при. Ящик Либертат. Давай здесь высадимся. Заодно поучаствуем в первой гонке. Так, куда нам? Вон туда нам, куда-то, да? Вон туда нам надо. Блять. Ладно, на станцию коняшек. Нам нужно... А, зачем? У нас вертолет же есть. Есть что рассказать. Если нападешь на второй бронедивизион FND, сможешь добыть себе танк и поубивать кучу солдат. У меня и так уже танк есть. Спасибо. У меня уже и так танк есть. Так что не особо интересно.
Так, а что там еще есть? Ну-ка. Ящик какой-то не взял, да? Нет, что-то еще. Не понял. Здесь какой-то ящик есть. На крыше, что ли? Далее. По всей видимости. Ты новенький. Да. Новенький, новенький. Все. Самый короткий быстрый прыжок с парашютом. Так, что там у нас? Погнали. Прикольно. Мы посмотрим, что за гонка. Там я видел, чтобы получить, короче, быструю тачку, надо любую гонку гран-при выполнить. Давай посмотрим, попробуем. Слушай, на гидроциклах кататься весело, но не расслабляйся, ясно? Рядом с маршрутом расставлены мины. А, весело, ну и чё? Это красные, так полагаю, да, мины? Сюда? Ой, блин. Сюда? Бля. Давай, выпрыгивай, бля. Ну пипец. Давай быстрее, бля. Хрена себе весело, бля. Я чуть не взорвался на него. Сюда или куда надо приплыть? Бля. Куда плыть-то, бля? Чё за бред, бля? Чё делать-то дальше? Пиздец. В огонь, что ли, надо было залететь? Или чё? Понятно, я так понял, да. Давай повтор, короче. Слушай, на гидроциклах кататься весело. Но не расслабляйся, ясно? Рядом с маршрутом расставлены мины.
Ай, ай. Все, теперь вырубился. Ну все, завершено. А в чем было провалено, а потом завершено? Снайперская винтовка. Окей. Поверить не могу. Победа за Рохас! Вот, теперь у меня есть тачка крутая. Народ тебя обожает, Даник! И я тоже. Звякни, как захочешь еще погонять. Теперь у меня есть хорошая тачка. А нет, развалюха. Я думаю, она гораздо интереснее и быстрее. Так, а можно на как-то залезть туда? Наверняка как-то можно. Ну вон там же, да, горит этот. Я что ли труп? Шлем Пронера какой-то. Так, надо транспорт поменять, ну-ка. Вот эта тачка мне больше по душе. Что тут можно прицепить? Угу. Зажигательно. А здесь еще можно? Мины какие-то. Завершайте гонки гран-при. Гранатомет, нифига себе. Прикольно так. Это чё? Погнали. О, все, другая тачка. Так. Чё у нас там дальше? Всяких тайников. В общем, нам сюда спрыгнем где-нибудь здесь. Хорошо, летим. Здесь все контролируют военные, нужно быть осторожным. Бесполетная зона. Меня зенитки не будут сбивать. Карлос, я у церкви. Эй, это Мигель.
Мигель? А где Карлос? Он занят. Сможешь забраться на колокольню? Думаю, да. Хорошо. Я оставил тебе там винтовку. Смотри, чтобы тебя не засекли. Ладно. Суэрте, друг. Ай. Блин. Какие-то снайпера уже. Тебе здесь это запретная зона. Я вас понял, ладно. Короче, я типа очень подозрительный сейчас, да? Внимание, истинная раса, говорит генерал Хосе Кастильо. Я с радостью объявляю, что схватил несколько лжеяранцев и террористов, с которых мы стали виновными в убийстве и предательстве. Сегодня их повесят на площади Верзена. Узрите, как я очищу Яру от предателей. Приветствую, истинный Яранц. Говорит ваш генерал и лев Хосе. Это истин, что ли? Сегодня на площади Вердеры пройдет публичная казнь Яранца-предателя. Призываю... А, все, пошел. Окей, хе-хе, я здесь. Движок не глушу, Суэрте. Я вижу Хосе. И стрелять пока не скажу. Яранцы! Это честь для меня, видеть вас здесь. А для вас честь, видеть тут меня. Это... лже-яранцы, таким, как они, нет места в нашем районе! У них Алехандро. Кохоне. Они примут смерть от мощи Яры. Их повесят прямо на стволе этого танка. Что делать, Карлос? Карлос! Он может умереть. Надо уходить. Эспада! Я возьму его. Прикрывай, окей? Дани, мы должны забрать его отсюда. Жестко. Видимо, предателем оказался, чувак. Они все крут. Подстроил, бля. О, мерда. Так, а мин нету. Двинем дальше. Нам сюда. Идем. Филли ждет. Звякну ему. Филли, ты где?
мы, а не пробраться. Тут жарче, чем у дьявола в заднице. Алехандро у нас. Он ранен. Я прошу тебя на помощи. Ладно. Черные гранаты. Куда он? На крышу, верно, на крышу. Ай, блядь, ослепили. Так, я пошла. Главное, эти взрывчатки больше гораздо стало. Получите! Блин, граната! Танк увидел. Давай режь уже. Бля, ты что, дура, что ли? Камила. Фига, он что, бесраничные патроны на него? А куда он дальше-то? Сюда, да? Может, все-таки выжил этот папа, а? Мужик хороший был. Погиб. Папа! Бинго! Oh,
Много уже в пути! Вперед! Огонь начинает травиться! Мать, да, никакого хера! Ты должен был прикрывать нас! Винтовку заклинило! Мигель дал мне сломанную пушку! Сука! Нельзя было доверять этой мрази! Они ждали нас. Походу, это была подстава. Бинго! Мигель, которого спасли, подставил. Блин, забыл микро включить. Прошу, живи, Эрмонит. Далее, далее! Положим на стол. Он дышит, нет! Сердце не бьется. Держись. Филли, дай мне минуту! Что бы ты ни думала, это не я. Думаешь, это не твой брат? Мы же знаем, что он предатель. Что насчет Филли? Он ведь шарит во взрывчатке. Эспада! Ты спасла папу, но даже не подумала спасти меня. Бросила подыхать в этом сраном лагере. Филли, мы его теряем! Думаешь, твой папа страдал? Представь, что Хосе творит с людьми, когда у него есть время. Не подходи! Я мог бы сдать весь этот сраный лагерь, но не сдал! Чёртова Монтера! Нам всем конец, Камила! Кастильо победил! Он дышит! Эспада! Я так и понял, что так и будет, когда она к нему подошла. Частное стрельбище, Асуас, Гасуас. Не суетись, пойми, лев спокоен перед убийством. Си, папа. Стреляй! А! Кебен, дядя! Уже слышал о нашей великой победе на Западе? Карлос Монтера мертв. Наш табак в безопасности. А его повстанцы бегут. Стреляй! Камильерто, дай сюда! Бьен! Бьен! Диего, твой брат, ждет похвалы. Зная, что он задумал, сказал бы, что Монтеро живут среди фермеров. 200 лет, как? Дядя, я хотел тебя удивить. Диего, сколько солдат твоего брата тоже там живут? 80%. Верно. И вот мы видим, как мучеником стал самый знаменитый Монтеро. Посмотрим, сколько солдат захотят трудиться. Ради рая теперь. Парфавор, Эй, ты убил птицу Диего. Беги. Что? Беги. Буэн Тиро. Да, я в принципе так и знал, что так и будет. Что убьет она этого, типа. По всей эре появились более сильные бойцы Фэнда, офигеть. Ну давай поговорим с ним. Я так и не поблагодарил тебя за спасение. Вы с Камилой не бросили меня, хотя могли. Грасис. Со мной связался отец Пьетро из Вердеры. У него мачете моего папы. Это все, что осталось в память о нем. Я пока что не в состоянии это сделать. Папа погиб из-за меня,
А я не могу справиться даже с таким заданием. Священник будет ждать тебя, Даня. Ну, если ты согласишься. Да. Грасиас, Даня. В общем-то, мы с вами завершим на данной позитивной ноте эту серию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии касательно этой серии, что вы думаете в целом касательно прохождения. Всем желаю удачи, пока-пока, и встретимся уже в следующей серии.